Армения. Благодарю вас, господин председатель. Мы также хотели бы выступить для того, чтобы объяснить нашу позицию по резолюции Л-39, которая только что была принята Ассамблеей. Господин председатель, Армения последовательно в течение многих лет занимала, занимает принципиальную позицию по поощрению демократии, свобод и прав, включая и в особенности равных прав и самоопределения народов, как универсальные ценности, принципы, которые поддержала, поддерживает наша Ассамблея на основе устава ООН. Ключевой аспект урегулирования любого кризиса – это действие в рамках международного права, стремление к скорейшему урегулированию разногласий в целях диалога и переговоров. Нынешняя ситуация в Украине – проблема чувствительная. Твердо считаем, что устойчивое решение может быть достигнуто только соответствующими сторонами на основе диалога мирным переговорным путем. Господин председатель, мирный диалог – также процесс ответственный. Поддерживая мнения, которые были в этом зале заявлены ранее неоднократно, что урегулирование не может быть достигнуто в результате заявлений и резолюций здесь в Ассамблее. На основе вышеупомянутого моя делегация проголосовала против проекта резолюции Л-39. Благодарю вас.